такую позицию, не так играет, как последний защитник в большом футболе. А вот Сагай Даченко, благодаря своему опыту и мастерству, так играет. И это не в последнюю очередь помогает ему считаться сильным вратарем. А вот и Хрипунов показал свое мастерство. Действительно, дуэль вратарей ожидается серьезной. Серко, ну а Серко реализует свой момент. Поднял голову Евгений. Такой у нас мини-ипподром был сейчас на паркете. В одну сторону атака, в противоположную, еще одну. Классно. Аут. Не получилось разыграть как следует угловой ПВМ. Сагай Даченко. А здесь Шевченко на опережение. Ест. Просто ест Олейникова. За счет большей своей резкости. Из 10 метров очень плотно в угол пробил. Там шансов практически никаких у Сагай. Передача вышел на ударную позицию. Пугач. Было все опасно. И снова Хрипунов. Шикарный розыгрыш углового сейчас получился уже устроен. Подзолков, ну просто играет на своего голкипера. Сагай Даченко. Хорошая передача в ответ. Ну комбинация просто на заглядение. Все сделали шикарно. И Пугач касание, ну и безжалостный Сергей Комиссаров. Есть такие моменты, Сергей редко мармуя, так сказать. Уж очень такое смачное украинское слово мне пришло на ум, не смог промолчать. 2-1, я говорил, что Жилстрой два рана списывается со счетов, все еще будет в этом матче. Так оно и получается пока что. Медведев обработал мяч, но не для себя. А как здесь оригинальность Комиссаров, и пробивает Сергей, забивает второй гол в этой встрече свой. Ну здесь просто великолепная игра от Комиссарова. Между ногом проверил Кола Иванов. Окнул, но это такое. Почему бы и не окнуть? И что здесь? Серко получает вторую желтую карту. Четверка не поменялась абсолютно у Жилстрой 2. Кто же у нас появился у ПВМ Этуаль на паркете? Вторая четверка. В воротах, естественно, номер 17 Максим Хрипунов сохранил место. Дальше вот подобный номер 11. Выйдет ли 1-1? Пробивает и выручает свою команду. Сагай Даченко первый раз выручил, а второй раз не смог. И Алексей Сагайдачин. Иванов. Кузнецов пока что держит мяч. Иванов. И подключается Сагайдаченко. Дает ему передачу. Комиссаров пробивает дальний угол, но не точно. И здесь дальний удар. И дальний удар достигает цели. Это Шевченко забивает свой второй мяч сегодня. Очень четко, очень технично оказался. Очень недоволен он действиями своих партнеров. И реально чувствуется, что он не хочет проиграть свою микродуэль Хрипунову. А здесь Никифоров все делает шикарно и вывел на ударную позицию Шевченко, но Андрей не смог попасть по воротам. Пугач, и это счет становится 3-2. Великолепный ответ от Жилстрой 2. Пугач на Иванова, Иванов пробивает таки Хрипунова. Но я говорил уже, что еще не в Комиссаров. Но его передача читалась. Ее ожидали, и она действительно, очевидно, не дошла до адресата. Берлизев. Играет через своего голкипера. Сагай Даченко. На Кузнецова. Вот здесь хорошая передача. И как же великолепно все сделали сейчас Жилстрой 2. Ну а в первую очередь я похвалю Сергея Комиссарова. Его подсечечка над Хрипуновым.